четверг в Самарской области облачно. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. 20-23 тепла днем, ночью 14-16 выше 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани облака, возможен дождь, днем плюс 22, ночью 16 градусов тепла, южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем плюс 22, ночью плюс 15, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно, небольшой дождь, плюс 21 днем, ночью плюс 15, юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 61%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.